Уже несколько лет в нашем городе работает семейный центр, который занимается физическим, социальным и психологическим здоровьем родителей и детей. В центре несколько направлений деятельности – мини-сад, продленка, подготовка к школе, игротеки и творческие мастерские. Также специалисты оказывают детям коррекционную помощь. На базе центра работают логопед, психолог и дефектолог. О деятельности своей организации рассказала руководитель во время защиты своего проекта в рамках акселератора «Социальное проектирование». У нас сейчас есть большое количество детей с нарушениями речи, которые требуют индивидуального подхода к их развитию. Плюс родителей волнует, в принципе, развитие детей, что они дальше будут делать в жизни, насколько они успешны будут в школе. И при этом у них есть потребность в том, чтобы занятия с детьми проходили в психологически комфортной обстановке, и именно это мы можем родителям обеспечить. Еще один проект против рака представила руководитель частной клиники Елена Костенко. Предприниматель рассказала о необходимости полной диагностики женского здоровья, чтобы иметь возможность выявить онкологию на ранних стадиях. Для реализации этого направления, про которое сейчас рассказываю, необходимо 555 тысяч. Это датчик ультразвуковой, аппарат у нас есть. Он направлен именно на диагностику молочных желез. Также большой процент, около 40, это беременные женщины, 20% посетительниц наших, женщины-возрастные, для которых было бы замечательно приобрести вот такое специализированное гинекологическое кресло, которое имеет подъемный механизм. В Центре поддержки предпринимательства защиты бизнес-проектов акселератора «Социальное проектирование» прошла в третий раз. Акселератор проводится в партнерстве с Альянсом «Атомные города». Он дает возможность как действующим, так и начинающим предпринимателям получить финансирование или другие формы поддержки на развитие своих проектов. В этом году в проекте приняли участие порядка 20 предпринимателей, чуть меньше, те, кто заявились в начале. Проект у нас стартовал с марта этого года. Начался он с серии вебинаров, онлайн обучающих материалов для предпринимателей. И потом у нас было две очные сессии, пич-сессии. В общем, предприниматели, все участники проделали большой путь. В итоге до финала дошли 6 проектов. В числе финалистов были и победители акселератора прошлого года. На защите присутствовали первые лица Сарова. Глава города Алексей Сафонов, председатель городской думы Антон Ульянов, заместитель главы администрации Марина Жукова, а также исполнительный директор Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова Татьяна Белина. По итогу защиты проект семейного центра и проект против рака получили частичную финансовую поддержку. Общая сумма финансирования составила 800 тысяч рублей. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.